Ребят, привет! У нас сегодня встреча на пляже называется. На самом деле я снимаю сегодня немножко в других условиях совсем, потому как котенок подлый меня вытеснил сверху, там где в студии я у себя снимала видео. Вот, и я теперь из-за него, гада, тут обосновалась вообще в другом месте по этому поводу. И будет, наверное, всем жутко неудобно, и мне будет неудобно, и это будет все очень сблизи, но... Как говорится, что есть, то есть. Зато вон фон, смотрите, какой офигительный. Вот, ребят, значит, первое, что я нашла, это губка Боб с гранатом. Кто заказывал? 18,2. Это реально где-то на 17,5. Может, даже 17,2 тоже. $46. У нас сегодня праздник Шавуот, весь народ отдыхает. А мы, кстати, скоро уходим в ресторан праздновать день рождения племянника моего бывшего мужа, 20 лет ему. И должно быть, по идее, очень крутое место. Не знаю, сколько мне разрешат там снимать. Называется Сегев Арт, если кто-то слышал. Ребят, 438, опять же, губка Боб с... лабрадором. У меня это написано как для масловой Юли. Это должно быть, по идее, на размер больше кольцо, чем предыдущее. Да, это 19. Вот так что у нас имеется такой вариант. Так, дальше у нас есть часы, которые Нина из Германии должна получить. Указаны как с голубым топазом. Что они имеют в виду? То ли натуральный голубой топаз, то ли фианит в виде голубого топаза. Не могу вам сказать точно, но написано Blue Topaz. Значит, эти часы на 21 сантиметр. Я их промерила, они получились где-то, ну, почти 21, там что-то 27. Вот, так что надеюсь, что они будут в пору. Вот, ну, разумеется, есть цепочка, которая не дает часам упасть. Циферблат в этих часах маленький, но сами часы крупные. Артикул 00711 и цена $152. Как я уже заметила, это Нина заказала, это ее часики. Дальше за $39 у нас появилась еще одна пара одинаковая с черным ониксом граненым, с французским замочком с петелькой. Очень удобные, очень милые серьги. Бывают с разными висюльками, но вот в данном случае это черный оникс. Девчонки, кто заказывал? Обращайтесь, это уже, по-моему, вторая или третья пара, которая пришла одинаковая. Я обратила внимание, что мои видео классно смотреть на двойной скорости. Тогда быстро проходит, и так смешно получается, и вроде и украшения все хорошо видно. Так что можете поставить двойную скорость, будет веселее и быстрее. Смотрите, это браслет губка Боб, который с дополнительным звеном. Он идет на $115. И здесь вставлено вот такое вот звено. Вот оно, которое удлиняет браслет. Так что, девчонки, кто просил, забирайте. А, и таких даже браслета два пришло с гранатом. Еще у меня имеется лишнее колье проволочки, как было показано вчера, с кварц топох, яблочный кварц и жемчужинка. Это кольешка стоит $43. И к нему пришло кольцо на 10-й американский. Сейчас я его ископаю. Ладно, как наткнусь на него? А, нет, вот есть. Сейчас, секундочку.
Вот оно. На 10 американский тоже. То, тут сбоку стоит кварцевая вставочка такая. $42 стоит колечко. И 19,7. Точно где-то на 19,5. Так, дальше у нас есть вот такое кольцо антистресс, которое с голубыми, вот сейчас я покажу поближе, с голубыми здесь вставочками. Идет оно на 19,5, но это реально 18,5, потому что маломерит. $60 стоит, артикул 1637. Кто-то у меня его просил, а кто, я не помню. Так что... Вот оно. Я тут Ронену написала выяснить, когда начнется у нас рабочая неделя. Все ли заказы пришли, потому как что-то мне кажется, что там очень много чего не хватает. Не хочется второй раз подавать, чтобы не приходило по два раза одно и то же. Вот, но реально девчонки сказали, что много чего не пришло. Смотрите, это лунный камень. Очень прозрачненький. Очень красивенький, явно на 19 размер, то есть реально 18. Кто заказывал, сообщите. Есть ощущение, что вот тоже по ошибке 2 прислали, потому что был такой же точно у Маринки Ситнер, тоже 19 размер. Хороший, очень полупрозрачный, как я люблю. Так, это $46. Губка Боб 438. Дальше мне, я попросила вот это кольцо для девушки 18,5 с лунным камнем. Не знаю, чем читают на заводе, но они мне просто вставили бирюзу. Вот, в эту модель. Так что я не знаю, то ли я верну на завод, пусть меняют камень, то ли, наверное, все-таки мы попробуем, я попробую его продать кому-то другому. 1061 его артикул, цена $44. Так как они не очень любят менять камни в хороших таких качественных кольцах, как бы не имеет им смысла. Короче, девчонки, это выставляется на продажу и посмотрим, что будем делать. Пока я заказываю повторно для нее кольцо с камнем, которое она просила. Очень удобная модель, очень милая, $44. Может, действительно, кому-то она западет. Ребят, я нашла... Вчера я в комментариях написала, что уже кто-то заплатил и отложил. А я, по-моему, нашла третье кольцо такое. Так что есть ощущение у меня, что их три было, а не два. 18 размер с передота. Так что, девчонки, $52. Я еще раз, конечно, перепроверю, что я не ошиблась. И попробуем все-таки. Если их три, то кто-то меня просил в комментариях. Напишите мне в личку. Кто просил Иерусалим? Вот он пришел на 19 размер. Цену я что-то не посмотрела. 19 размер. Цену я гляну. Либо, девчонки, напишите в комментариях, кто помнит. 19 очень плотненько он, конечно. Чуть-чуть он маломерит на полразмерчика. Я думаю, что все-таки это 18,5 больше. Вот. Иерусалимчик. Это 27-21 артикул. Очень, конечно, мне неудобно снимать видео в таком ракурсе, но что делать? Девчонки, еще, кто просил, даже уже на заказ, это наши дрозофилки. Их, оказывается, три пары было. Я их показывала в предыдущих двух видео. Артикул 1798. Так что, девушки, кто заказал, напишите мне в личку срочно. Вот есть лишняя пара.
Имеется у нас губка Боб, браслет гранатовый с дополнительным звеном за 115. Я вам уже это, по-моему, сказала. А если нет, то говорю. Получается, таких браслета 3. Один стандартный и 2 с дополнительными звеньями. С дополнительным звеном стоит 115, стандартный 101. Есть за артикул 2504 за $45. Интересное кольцо. Я подозреваю, что я его случайно заказала. Видать, я имела в виду что-то другое, и пришло это. Но кольцо довольно милое и удобное. Оно с крестиком, сердечком и цветочком. Надевается очень легко на руку, очень удобно сидит. $45. Здесь вставки опал. Вот. И, как вы видите, оно мне на второй палец. Значит, это девятка. 19.1. Так что, ребята, если кому понравилось такое колечко за $45, 2504 артикул, то пишите в комментарии. Это на продажу. Я, честно говоря, не очень помню, чтобы я такое вообще заказывала. Так. Имеется у нас чисто серебряные серьги без вставок. Такие же точно, как я вам показала вчера. 475 артикул, колесики такие за $34. То есть, вероятно, мне прислали две одинаковых пары. Французский замок с петелькой. Так что, кому нужно, тоже пишите мне в комментарии. Вот. Чем еще вас порадовать? Есть для осель кольцо с перламутром. Это артикул 827 за $49. Оно по сравнению со вчерашним кольцом. Модель чуть проще и чуть дешевле. Там нету вставки. Здесь жемчужинка была какая-то. Тут гладкое кольцо. Вот. Бывает, кстати, и с синим гелиотисом. Бывает с белым. То есть это одна сторона ракушки, а то другая. Я лично больше, между нами говоря, люблю с белым, но это мой личный вкус. Я понимаю, что не далее, как сегодня, девушка очаровательная купила такой же кулон с синим, например. Тоже очень красиво. Вот, смотрите, кто заказал это колечко с сердечком, которое двигается. $31, размер 6,5, масенькая, 20-30 артикул. Я, конечно, его не смогу вам промерить. Уж очень оно маленькое. Так что 6,5. Кто просил, вот есть. $31. Еще за $39 для Кучинской пришло кольцо. В прошлый раз она оплатила, и кольцо исчезло. Я не смогла ей его отправить. Видать, я то ли по ошибке продала, то ли еще что произошло. Вот ей пришло такое кольцо другое. Это 19 размер. А на продажу я заказала для того, чтобы было у нас тоже. Потому что мне эта модель очень импонирует. Мне кажется, $39 такое кольцо очень красиво будет смотреться. Это 8 размер. То есть где-то, если учесть, что маломерит, ну где-то 17,5. Смотрите, очень красивый. За $39. Так хорошо на руке сидит. И очень сдалека видно, ярко и удачно очень модель. Я думаю, что это сегодня фаворит, наверное, даже моего видео. Вот оно мне очень нравится. Если вы будете заказывать, то я думаю, что можно и с бирюзой. Может быть, еще с чем-нибудь. Такие кольца. Это в данном случае на продажу. Так, ребят, сейчас закончу с вами видео. И побегу собираться на день рождения. Интересно, разрешат ли мне там снимать. Есть у меня здесь кольцо. У Бети не помню, откуда оно взялось. Не думаю, что его кто-то заказал. Хотя, может быть, все. Это кольцо, которого нет в каталоге. Это 880 модель, $45, 19,5 размер. Ребята, может быть, кто-то его увидел где-то в каком-то другом ресурсе и увидел номер. Если кто-то его заказал, срочно мне напишите, ибо я совершенно не помню. И
Кольцо само по себе очень удобно. Очень хорошо сидит на руке. Вообще неплохая модель, примите во внимание. Так, что у нас осталось? Осталось у нас немного. Я вас отпущу. Кулон 45-11 за $36 с белым фианитом. Вот так вот он сделан классно. Цепочкой. Необычайно красивая модель. Вот я такие крайне люблю. Мимо таких не проходим. Вот. Ну и, разумеется, бывают разного оттенка. 45-11, $36. Даже я могу сказать, что сам фианитик размером 8×10. Даже написано. 23-16, которая всем жутко нравится. Новая модель, которая была на днях с темно-синим лабрадором. Вот с черным ониксом. Можно вставить сюда украинские швенцы, если вдруг что. По-моему, $51 они стоят, эти серьги, но и швенца 8. Значит, $59, если с украинскими швензами, либо вот в таком варианте. Так, и у нас осталось, пожалуй, набор серьги и кольешка. Серьги также чисто серебряные, без вставок. Вот они, цветочки, деревья. $40. И 34-53. Это тоже довольно свежие модели. И такое же колье. Колье мне написано «Маслова Юля заказывала». $47. Но у меня, девушки, по-моему, есть еще одно такое колье, если вдруг кому-то нужно. У меня их два. Вот. Такая кольешечка. 44-27 артикул. Вот, ребят, извиняюсь за такие вот полевые условия съемки, но вынуждена жизненная необходимость, так сказать. Представьте себе, что вы возлегаете на этом пляже, вокруг вас летают кольца и серьги от Шаблюль, ну и, собственно, жизнь прекрасна. Ребята, я убежала собираться на день рождения. Жду вас в комментариях, жду вас в личку. Не покладая рук, обрабатываю все заказы, то, что девчонки вы мне написали. Кому еще штрих-код не выслала, не переживайте, я не забыла. Я делаю просто очень много, действительно. Все, ребят, пока. Вот что-то даже... Ой, как близко. Ну, как-то... Как же ж его воткнуть в экран? Ну, короче, вы понимаете, что не тот масштаб. Все, я вас всех целую.